В этом году хороший лен, 7 тысяч гектар, урожайность почти в два раза больше, льнотрясты, чем было в прошлом году. И мы... Ты льнотрясту всю переработаешь у себя, да, никуда не уложишь. Да, у меня есть два завода, новых, современных, они модернизированы, в Кареличах и в Дворце. Значит, и они способны в трехсменном режиме будут работать. Давайте сейчас договоримся, мне нужно посетить Каренич, ну посмотрим и по Дятлову, льнозавод, и там поразобраться по льну отдельно, по этой культуре. Когда закончат Беларусь стеребление льна полностью, 100%, мне запланируйте в эту неделю, в ту неделю, ну это через неделю где-то будет, может к концу августа, Каренич и Дятлова, два льнозавода, чтобы я побыл там, и мы поговорим о первичной переработке льна.